Похуй. Оба смотри. Ладно, давайте оба похуй. Я хочу посмотреть. Ладно, ладно, спасибо. Я не знаю почему. Вы нормально общались. Я не знаю, зачем он тебя так обозвал. У вас у всех? Что это, клянись? Что там? Есть 6 секунд. Я сейчас говорю букву первую. Хотя по-любому что-то не видел. Мы должны на эту букву сказать город. У кого совпадает, ебаться сегодня. Готовы? Раз, два, три. На букву С. Раз. Он говорит букву С, и я просто на секунду забыл все города. Раз. Саратов. Вот сейчас я сижу, не играю в игру, я бы сказал бы Сараево, например. Сингапур. Мы поженимся. Бля, Сингапур это же и город, и страна? Сингапур. Это что? Город или страна? Я ответил. Маленький, высокоурбанизированный остров, город, государство. Короче, в любом случае был бы прав. Да, брат, никто нам ничего не скажет. Да, кстати, можно. Будем два кента голубка. Глянь. Долбоёбы, опять звук убрали с моего клипа. Найс. Почему идет другое? Что такое-то? А что? Брат, скажи, вон, индианочник не против. Осуждаю тебя. Ты чтили гуакамоле. Бля, я как будто заплатил ему, что надо смеяться. Алёш, блядь. Придурок, чё-то громко, Алёш. Здрасте, нам два билета на осьминога. Всё убрал. Мне два билета на осьминога. Не-не, я вот этим вот штукам не доверяю, сразу говорю. М-м-м. Вот таким не доверяю. М-м. Что-то девка рама. Тирекс, блядь. Ужасная прическа. Просто отвратительная. Это на мне сейчас? Точно не буду. Лепа, что ты представлял? Женскую попку. А подъезд вы нашли, да? Да-да-да, рядом с Пятерочкой. Охуеть. Вкусвилл. Вот там через лестницу. Рядом большая лестница наверх. Да похуй, вслух скажи, блядь. Бля, ёбаный насрал. Он бедолаге квест просто дает, как пройти. Я ебал. Это вот это, когда в МРПГ получаешь, блядь, где, знаете, нет вот этого автоматического бега или точки на карте, тебе, блядь, рассказывают, куда бежать, блядь. Я помню, так Warcraft играл, нахуй. Забил хуй, блядь. Хуй пойми, в какой город прибежать, блядь, возле чего стоит эта ебаная кружка, блядь. Хуй пойми, что взять, блядь. Ты живешь уже. Я замью. Стоп, мне кажется, все же знают, где Диман живет. Скажите, где Диман живет? Замьютился на стриме, меня слышно, Макс, если что. Подъезд рядом со вкусом. Ебаный клоун, не замутился ты. Какой розыгрыш Лит Энерджи? Я газелями эти напишки втариваю, ссать уже скоро, будучи чеки не регуются, нихуя. Чел, какой на газель, какая Лит Энерджи? Через столицы, ну. Так а чё он скрывает? Дима, что за пиздец? Я не знаю, мне чел какой-то Лит Энерджи, говорит, контакт Литвина, зачем мне контакт Литвина? Диман. Чё? Прикинь? Да, Иван. Теперь на Трампа больше коэффициент, чем на Харрис. Ну все, значит, Трамп не выиграет. Охуеть. Какой... Хорошо, что я 5 лямов не залил, как хотел. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. Что это? Давай номера спи***м.
он же в Европе, Ренат. Охуенно, мне нравится то, что капот карбон. Или это колхоз, понял? С Алиэкспресса за 50 тысяч рублей. Мне нравится то, что затонировано. Причем... А как без этого, бля? Причем, по всей видимости, в пятачок. Возьмем вот так. 50 тысяч рублей ты делаешь? Ну ты че, мразь, бля? Ренат, я тебе напишу, где он живет, приедешь с пацанами, поговоришь с ним. Пока они в Европе своей загнивающей там. Да. За такой руки отрубают. Ты его знаешь? Бля, ебать, я когда брал чат пацанов, и вот это шло совместно с нашим стримом, я брал чат пацанов, и я просто охуевал. Там нет смысла смотреть стрим, там просто весь чат. Блять, там пиздец, там акули, штрафжалоб. И там просто весь чат нахуй. Ты что такие вещи говоришь? Я вот от Ада я знаю. Ты тоже знаешь? Ну да. Вот вам два колбака. Бля, кстати, без рофлов они так-то подходят друг к другу. Ну, вы помните Акулич раньше? Ебать, она же смешная была. Ну, по факту. Акулич очень смешная была. Ну, типа, она такая рофельная была. А потом, когда она ушла в шоу-бизнес, этот планктончик, блядь, там она чуть так по-другому себя начала вести. А вначале-то Акулич член, когда она была. Ебать, она угарная была. Равшан! Меня сейчас разозлишь, нахуй. Я страшно злюсь, нахуй. Равшан, я тебе говорю. Подожди, надо проверить, мне машина что не едет. Бля, если честно, я ебанутый вайп ловлю, когда девчонки не боятся быстрой езды. Бля, пацаны, это такой кайф, просто пиздец. Ты едешь как просто полная мразь. Поворачиваешься направо, и там такой сидит челик такой: «Да, найс, мы скоро умрем! Продолжай топить!» Не... Равшан, сука! Сегодня очень внимательно. Очень кривой, блядь. Бля, ебать, у нее, наверное, разница в общении сейчас и с планктоном. Она же ебанутая просто. Просто ебанутая разница. Очень ужасно, я сегодня просто. Мы с ней слышно. Да, мне аппетит пропал. Животное это ты, а слон знаешь, что значит? Слоники. А что с ним, блядь? Стоп. А что это такое? Что это вообще? Что это? Меня просто уебало снова, да? Я не понимаю, за что. Все, ладно. Доставай поддорожник. Брат, ну мы про тебя шутим, онлайн поднимается, ты извини. Да я синхуить. Слава также набрал. Сколько раз пердели в этом году или вы не считаете? Слушай, ну вот после твоих слов планирую начать считать. Да, ты знаешь, что ты в день пердишь 60 раз? В среднем. 60? Да. 60, блядь? Я максимум один, блядь. Или два. Что у него, блядь, с желудком? Ему надо провериться. У меня зато такое есть. Ты смотри. У меня 6% на мобиле. Это, сука, скоро сядет. У меня... Бля, чувиха. Чувиха, блядь. Чувиха. Бля, чувиха. Сейчас я включу. Не-не-не, чувиха, стоп. Что на это ответишь, Илон Маск, нахуй? М? У батюшки припасены клипы, нахуй. Припасены. Эвил, розыгрыш 192 ножа успешно закрыли. Поздравляю! Вау! Нет, кстати. Бля, за 3 дня, охуеть! Это рекорд на нашем канале. Мы розыгрыш в 200 ножей закрыли за 3 дня, нахуй. Охуеть! Вот, что-то, нет? Да, это просто вы не читаете. Эвил, он оскорбил Акулич. Нет! Это хуйня, там подставили. Сейчас и с планктоном. Она же ебанутая просто.
сейчас из планктона. Блять, это хуйня полная. Это вырезка. Эти Тихорецкие считай, не считаете. Это вырезка. На Тихорецкую состав. Да, в принципе, ты не, ну, не считаешь. Что, поехали? Как же хорошо. Ага, смотри, сейчас немножко... А где можно мне сняться в таком? Блять, с моим голосом, ебать. Можно мне тоже сняться? Я вот тоже хочу вот так вот. Да! Продолжай, кончаю! Ты стесняешься, слышно. Кёльн? Чё, в Кёльне есть там такое? Ребят, ну у меня правда, мне кажется, у меня подходит голос под аниме. Ну типа, какого-то деда, например, сыграть. Да, здорово! Стоп, чё-то на кого-то похож как будто. А ты везунчик, такие сиськи помять. Угу. Откуда он знает? Почему именно Леру выбрали для озвучки этого персонажа? Мне кажется, было бы наоборот смешнее, если бы... Юльку выбрали, она про сиськи шутит, да? Да, озвучила бы это. А, Дина. Чё, Дина стоя играет, у неё геморрой. Да, да. Ну, Юля, спасибо. У неё выпала прямая кишка. Просто Дина сходила не только на уроки по минету, а еще и по... Ладно, заткрой нахуй ебало свое. Ну, Джонни! Эй, Андрюха, припаркуйся. Чё, Полин, привет. В этой жизни я хочу только одно нюхать твои трусики. Что, бля, Полин? Мне кажется, не Полина, а какой-нибудь Геннадий 40 лет. Да там такой Геннадий. Я ее видела. Разрывная будет готов. Бля, вот это разрывной, это просто пиздец. А вот... Мне пиздец было. Do you have ducks? Excuse me, that's for sale? Yeah, 1500. 1000 евро. Ставь наверх. Нет, 1500 чешских. Это чеш... Я охуел, блядь, это бутрель в долларах. Я испугался вначале. 50-60. А, вот это. Брат, вот это надо. Кстати, единственное, кого я не распаковал, это вот этого миньона. Он у меня тоже, блядь. Но я его не распаковал, типа вот эту пиптик не снял с него, надо будет отдать. Слышишь, это ты возьмешь Варшаву, подаришь Лехе. Не. Это меня, ну пожалуйста. Брат, я его не видел, я ему 8 раз писал, чтобы он вышел на улицу. Это миньон утка. И он не ну это мой ему минусреп. Ты ему понял? Ты не надо на плохое плохим, понял? Тебе надо... Я купался с утками, да. Именно такое что-то типа... Вот такое возьми. Да, что новое? Ну именно надо только твою стать, брат. Я не знаю. Возьми вот такое что-то. Да ну. Вот те же уточки поправили, понял? Сейчас если магазин с хуйней будет, Индианыч попросит все купить. Он понял, разные покупает. Индианыч будет просто каждый покупать. Пошли. Не, ну подожди, вот Леха, когда начал булить уже Индианыч, ну это вообще уже пиздец. Блин, Индианыч, уже ему сейчас уже прилетает прям. Просто. Давай, аккуратнее. Ты на хуя стой, она очень липнет, придурок! Идиот, на волосы, на руки мне наклеил эту хуйню. Дайте мне. Сам, Лёх. Лёх, сам. Лёх, ты чё, уже вот это? Ты не напился? Нет. Клянись. Нет, я просто люблю тебя, всегда. Лёх, ты чё? Что у пьяного на языке, то у трезвого в уме. Кать. Люблю тебя. Ручки, а где же ваши ручки? Кася, люблю тебя, типа не услышала. Смотри, вот это. Тась, люблю тебя. Спасибо большое, Олег. В смысле, спасибо. Ты чё? Блядь.
Что? Ой, 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 ой. У нас есть сын, да? Так. Я говорю, и вот я сколько жил, вот сколько был пи***ком, я всегда думал, что, ну, типа, ну, хуй растет вам пропорционально. У тебя нет такого, что ты в один день просыпаешься и думаешь, ебать, у меня волына стала. Ну, объективно, да? Но я помню, когда я отца мылил спину, я думаю, нихуя у тебя хуёк. Вот так вот было. Но я был маленький. Подожди, стоп. Подожди, стоп. Вы тоже так думали? Маленький. Я говорю, я вот рассказывал вам, я смотрел как раз-таки National Geographic, и там было, что когда акулы спариваются, у них типа второй хуй отрастает. И я почему-то представил, ну не представил, я даже представил, такой, о, если бы у отца... Стоп, в смысле он мыл отца, я что-то не понял. Вот этого я не понял. Нет, я почему-то, мне показал, что у отца хуй вот такой. А, баня? Сейчас что будет? Запечатали. А я хотел... А в чем прикол здесь? Я хотела сказать прокладки, но подумала, не, я позорюсь, это типа будет слишком тупо. Для Heart of Iron завезли поддержку вибраторов, лавенсов и всего-всего-всего. Чем... Что это вообще за игра? Больше напряженность в мире, тем сильнее вибрация в жопе. Смотри. Если проигрываешь в хойке, тебе жопу разрывает просто насмерть. Надо мод скинуть? Ладно, кому надо, вот, держите. Если друг просит, вот, на эти, держите. Какой минус 500? Это силажик? Шучу. Блять, в смысле минус 500? Потом установите этот самый. Попробуйте. Смотри, можем сесть вот эту штуку и дать пацану. Шлага. Давайте сядем. Ждет кого-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас жду. А, вы нас ждете? Мирон, а где гей-парад проходит? А мы можем там приехать? Не-не-не. Мирон, мы можем? Можем поехать, у меня там речь на скачке. Где гей-парад проходит? И он же прошел сегодня. А, прошел. Мы не успели просто идти, а начали заснять. Что-то следующего года ждем? Ждем. Брат, а он ждать, бро. Он ежегодно? Он ежегодно? Он тут часто? Блядь, мы фартовые. Не успели. Подожди, как мы попали? Он один раз в год, мы попали, и он прошел, блядь, именно вот в этот же день, нахуй, это как? Так подождите, а что, они там просто ходят и все? Бля, что делать в этом кёльне ебаном? Ой, смотри, пичку чешет прям в дороге. Это вообще как будто. Это что там кегура? Ебаный, кстати. Брат, здесь налево. А что за флаг слева? Это хороший, сегодня гей-парад. Ты мужчина, по-моему. Это Мирон делает. Осознаем. Когда уже глядел, когда контент, ну вот мы... Здорово, Шан поцеловал акулич. Вот, вот это было весь чат, нахуй. Просто вот это было. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Купи Ане цветы. Не надо мне цветов. Без цветов. Все эти без цветов. Погнали. Может, Мишку еще купить игрушку? Есть? Нет, это просто... Подальше. Ой, извиняюсь, я просто занесло. О-о-о! Подальше, говорит, чуть-чуть. Охуеть! Бля, дырок больше нету. Я еще похудел. Какой ты тебе пиздец? Ты очень дрожала, знаешь? Я не каблук заебал. Что ты нам говоришь? Как он за ней ходит, ебать. Они меня каблуком называют. Ты что? Да, типу 300 лет просто ходит за ней. Утеплитель самоклеющийся. Что за пиздец? Это не тот. Я оторвал пленку, он не клеится. Реально клеится, ты что, дурак? Клеится. Рошан каблук. Клеится. Не, подождите. Не, ну хорошо, окей, чат, вопрос к вам. Подождите, а вот вы бы не были каблуком, Сакулич?
Я под юбкой бы был. Арсен, блядь, боже, что ты пишешь, нахуй? То, что ты бы доставил ей еду, блядь, это не значит, что ты был бы под юбкой. Бро, ты максимум можешь рассчитывать на 50 рублей чаевых. Делать? Надо пленку просто оторвать. Да, все бы приклеилось. Самоклеящийся материал. Там написано, блядь. Вы идиоты, блядь! Конечно, клеится, блядь. Скотчем быстрее, нахуй. Головой подумай, блядь. Подумай головой, блядь. Как плавай, блядь. Это все вылится, блядь. Все вылится. Что чумазый с тобой ходит? Ты что со мной ходишь? Иди нахуй отсюда. Иди нахуй, говорю. Представь, что ты резко поменял роль со строителя, но образ не поменял, только роль внутренний. И ты стал злодеем из Гарри Поттера. Сейчас я делаю поворот. Раз, два, и... Гарри! Мальчик, который мы... Гарри! Ебаный, без носа. Ну чё? Эрис Палермус! Со рта вайбовая штучка вылетела. Меня бабушка спросила. Бля, хочу Гарри Поттера посмотреть, пиздец. Бля, пойду сегодня спать под Гарри Поттера. Да не буду я скипать! Заебали. Фейс камбэкнули и выиграли матч. Реально? Охуеть. Спасибо. Я слышала. Хочешь... мне уже все рассказали. Лёв... А я почему-то подумал, что Диман все закончил. Я пошел, запустил. Думал, Диман все уже. Блин. Ну, что уж поделать. Понимаешь, ты вот... У меня две минуты не было, мне уже клипы скинули. Да про свадьбу спрашивал? Да, а ты вообще, женился на мне, Лев? Ну ты не бесполезная так. Ой, ты Митя! Типа, ну, фиг его знает. Ну, нормально. Бля, представляешь, Рофл был бы... Бля, чат, а как вы считаете, свадьба вообще это W? Нет. Бля, вот я задумался. Что ебать как... Прям даже как-то хочется как будто. Подожди, мне что-то инсайдер написал. Я вам рассказывал, как мы приедем на свадьбу. А я говорил вам, да? На свадьбу Зубаря. Мы заказали вертолет. Бля, я очень надеюсь, что мы W появимся. Вот единственное, что я не знаю еще, как одеться. Бля, на вертолете на свадьбу, нахуй! Юль, спасибо большое за рейд. Бля, просто предвкушаю, как все нахуй, все на тачках, блядь. И мы нахуй просто на вертолетчике. Ой, блядь, что сейчас было? Если бы реально расписались. Но еще будет дабл, если мы упадем на нем. Типа, что, ну, знаешь, типичная у типичной семьи. Ну, типа, не сказка. Ну, типа, такая, чтобы прям пилить, там, что-то, там, забрать все деньги у мужа. Контентная жена. Да, ну, да нет, просто стерва такая. Бля, кстати, задумайтесь. По факту, если у вас контентная жена, вот, например, как семья Кукаяка. Бля, какая же у них охуенная фамилия, бля. Назовут своего сына Кукаяка, похуй, если родится. По факту, вы просто, ну... Вы просто существуете и делаете контент просто вместе, нахуй. Вы просто вот, вам больше нахуй ничего не нужно. Вы просто можете вместе делать контент, потому что это интересно, смешно и классно. Я тебе сказал сегодня, ты спину почесать можешь, ты что сказала? Ничего не буду так чесать. Так ты не можешь, что тебе спину чесать. Вот мужу буду делать массаж. Я тебе так скажу, я ради мужа пойду на курсы профессионального массажа. Блять, сука. Слава богу, ты сказала массажа. Я сейчас думал... Чё ты там думал? Чё он подумал? Курсы глубокого? А кто вам сказал, что я не проходила? Да Тася, ну ты ужас ходячий. Ну чё ты говоришь? Вот так. А что такое? Нихуя себе, блядь. Ахаха. Не, ну вы смеётесь. Всё, не смотрите. Окей, окей, всё, окей, не смотрите, окей. Ебать, Галя, видоизменилась, охуеть, Ванёк. Ванёк, надо набирать форму, потому что, ну, ты понимаешь, что сейчас будут соперники, нахуй. Ну, я не про связь, что. Нет, вы смеетесь, окей, я не хочу. Я увидела, как вы смеетесь. Пишите, в 24-м году, подними резинку, упала, все. За собой Юки без сознания лежит.
Пойди посмотри. А где Ю? Нет, вон она спит на диване. Она, блядь, реально глаза мозолит. Резинка, ее же не видно. Это только когда я повернулась. Хотя знаете, что я увидел недавно? Я увидел то, что... Бля, ребят, кто стрим сегодня с Skywalker'а смотрел на Кики, респект, гэнь. У меня часов в сумме меньше, чем у Дмитрия Алекса, понимаете? То есть, можно сказать, даже Дмитрий Ликс опытнее меня в плане Counter-Strike. Причем, смотрите, вот это обычная минимапа. Это я в потоке. Так. Это я спокойный. Это я в арбузике. Так. А это я не... Блять. А вот это я не знаю, зачем я добавил, но это просто... Просто если будет мне одиноко, вот друг у меня. Бля, представьте, насколько у человека вот... Все охуенно на стримах, что у меня просто картиночки меняешь, и все супер смешно и пиздато. Я буду. Гений! Макс, можешь завтра в долг дать 5000? Поехать, покушать хочу с вами. Я покормлю себя. Хорошо. Своим толстым. Бля, не, с овердрайвом что-то не так. Серьезно вам говорю. Что с тобой? Блядь, я не знаю. Но ему надо... Увидел! Найс! Что? Ну, блядь, я тебя убью сейчас, нахуй! Я тебя убью, блядь! Убей нормальную трансляцию, нахуй! Видишь, лагает, что я могу сделать? Я тебя сейчас убью. Если честно, вот у них само больше лагает, аж даже грустно. Ничего себе, просто пробежал через молик, сделал минус, убежал я назад. Я теперь, вот каждый раз, когда Макс будет пиздеть на бэдбум, я ему буду вот это показывать. А в чём? Я, Дима, я тебя просто люблю, я не знаю. Короче, уебок вот тут стоит сразу за стенкой. Короче, показываю, вот сюда кидаем, с разгона. Не шуми так сильно. Она вообще туда должна отлететь была. Что это? W. Забери с собой эту хуй. Ой, да что ж такое? Бля, вот и Дианыч ждал контента, я того все ебал. Блядь, как же... Фу, блядь. Бля, пацаны, вы помните фу? Кто помнит фу? Бля, какая фу легенда, я того все ебал. Бля, какой же он объебанный был. Это просто пизда. А нахуй это показывает? Разве такое можно? Блядь, вот тупорылое! Какое оно тупорылое, блядь! Я тот самый пидор... Осуждаю, это нейросеть. Осуждаю. Nice to meet you, brother. Yeah, nice to meet you. Thank you. Бля, я вот у него, чтобы вы понимали, я настолько конченый, что я сразу увидел, что у типа, ну, за эмблемка здесь была, и просто Ренату не говорил. Have a nice day, bro. Thank you. Бля, свой рот еб... Кто? Пойдем туда. Я подошел, я так, знаете, типа, такое увидел, думаю, да не, ну, потому что я привык к цветам, там вроде цвета не такие были. Думаю, да не, типа, ладно, думаю, похуй, не буду говорить ничего такого, потом присмотрелся. Окей, guys. Bye. Thank you, bye. А ты видел, какой у него, кстати, значок? Да, я хуй. Ну, у него значок ЛГБТ. У меня ноги трясутся, прикинь. Бля, какой же я конченый, бля. Когда у меня Рената стрим в руки попадал, все, у меня сразу крышу рвало. Легенда. Открой по-братски машину поправить, драйв, пацанов. One drive. No, not drive, not drive. Шмай, у него паспорт украинский. Сука, спалили. Бля, ебать вас спалили. Ахуй, молодец. Бля, молодец. Молодец, брат. Хорошо, брат. Разъебал, бля. Сейчас, чё? Здорово, брат. Ну ты же химия разъебал, честно скажи. Честно, клянусь, нет. Брат, как нет? Ну им же. Нет. Я ни разу, типа, не красился и так дальше. Это твои? Да мне похуй, пацаны, что он пиздит. Он неправильно поступает. Ну, в любом случае, он неправильно поступил. Он подошел, всем сказали, пацаны, мы дальше идем сами. Все. Он говорит, нет, я иду с вами. Я говорю, нет, ты не идешь с нами. Говорю, вы, типа, тоже идете домой. Он такой говорит, нет, вот он идет домой, а я иду с вами. Я не буду сдаваться. Я говорю, ты понимаешь, что ты сейчас просто минус вайба даешь чату, ну, и пацанам? Потому что, ну, мы заебались от такой хуйни, типа. И он дальше шел. Ну, это неправильно, вообще неправильно, пиздец.
Базара нет, когда ты даешь какого-то контента, да, резкого. Ну вот, например, ты можешь появиться на стриме и сразу завести. Ну, типа, как-то жестко, да? Вот ты такой, типа, бам, ты сразу сделал что-то пиздатое, и люди такие, типа, о, прикольно, давайте, типа, с ним покоммуницируем. Когда ты, в принципе, ничего такого сильного не сделал, ну, типа, ты уже почувствовал, что, как бы, всем, в принципе, похуй, то лучше со стрима съебаться, ну, как бы, типа, чтобы не минусвайбить. Я когда чат читал, там в ахуе вообще был, там все просто пиздели, говорят, нахуй их, нахуй. Просто я такой, ну, как бы, блядь, ну, я не буду что ругаться с пацанами, там, на стриме, на чем-то таком. Представь, как спиц ходит с толпой. Так там, ну там не так это чуть-чуть работает. Это мои. Поклянись. Клянусь. А почему тогда они такие, охуй? Они прикольные, брат. Мне тоже пиздец нравится, знаешь? Так, мне уже пацанов шупают. Ну, мне правда, мне, ну правда, без разницы. Просто я понимал, что, ну, если я типа ему не скажу 10 раз, то он реально с нами дальше пойдет. Понимаете? А потом будет минус вайп на стриме, а потом я, например, сгорю, например, начну что-то плохое говорить на стриме. Я понимал, что, ну, это, типа, супер плохо и некрасиво. Поэтому я сказал, что ты с нами не идешь. Все. Пойдите, типа, чел обиделся. Ну, он с нами повисел? Сколько он с нами был? Бля, да минут 20, да, нахуй, его никто не трогал. Типа, чем он недоволен, я не понимаю. За 20 минут на стриме себя можно как-то проявить явно. Вот, например, чел там себя проявил, хотя по факту его тоже потом слили, этого малыша такого, блядь. Да я улетаю, блядь. Вайшу спида охранник всех толкает, и когда просят остановиться, и ни те чела не идут, так что не пизди. Ну да, я, пацаны, я раз 5 сказал, что вы понимали, это минимум раз 5, вообще я больше сказал. Блядь. Чё за хуйня, бро? Это нормально, мы же... Да, мы же да пошёл, да, да, это классно. Блядь, уже я, блядь, всё, хватит. Я говорил вам, сука, не зря. Совсем кучить, я всех прокатываю. Ну кто? Зря, блядь, я прораб, вот и в рот. Гидроудар будет, блядь, хуй. Покупай черный битум и горелку. И горелкой, блядь, все клей. Вот тогда в руку окуни воду вот посюда. Давай вот по щенке купаться и все. Да. А это нам тогда зачем все было нужно? Не открывай колодец, блядь. Ну это просто... Бля, как они хотели это все сделать, я вообще не понимаю. Родничок, ебаный. Не, пацаны, вы, блядь... А чё это, блядь, туда заплывать внутрь надо, я не понимаю, чё, блядь? Садишься на пленку и не будет здесь. Да не, вода бодрая, на хуй. Она ледяная! А, у нас вода, я быстро в руки сзади. Бля... Это в лес по грибы? Нет, в лес по грибы берут... Не, ну подождите, ну они попытались, что такого? Типа, да бля, пацаны, вот вы пиздите на РЛ-контент по факту. Вот я на своей шкуре понимаю, насколько это сложно. Честно, я РЛ-щик просто, ну хуйня, блядь. Ну просто хуйня. Я понимаю, насколько это сложно. Ты что-то придумываешь, что-то пытаешься сделать, а по факту все получается ебануто хуево. Вообще не так, как ты хочешь. Поэтому, блядь, ну... Мне, в принципе, поебать было, что там пацаны писали, что у нас... Фу, АФК хуйня, как бы, то есть я не пытался там ничего такого сделать, но вот по факту вы на пацанов пиздите, а, ну, ну, это пизда как сложно, я не знаю, РЛ это очень сложно. Мне вот сейчас, я запустил, видосики посмотрел, попиздел, с вами поугарал, пошел спать, все пиздато. А РЛ, блять, во-первых, я не знаю, я заебывался как мразь ебаный. Вроде казалось бы, да, ты что, охуел, лох ебаный, ты просто держишь камеру и ходишь пиздишь. Но мы проехали, сколько-то, 4 дня, да, мы проехали 3000... 300 километров, все говорят, Евросоюз, хотел сказать, блядь. А, ну, он говорят, все, Евротур закончился. Да мы так заебались, я не знаю. Но я уверен, 100% из-за того, что мы бухали. Вот мы тогда с Ренатом выпили, из-за этого мы заебались. 100% нахуй. А, у нас вода, я выступил в руки сзади. Это в лес по грибы? Нет, в лес по грибы берут... Другую штучку, корзинку берут. Это не по грибы. Куда ты здесь грибы-то сложишь? О, магад. Ты беременна? Нет. Ну, короче, это должно быть очень милый комбинезон, но я просчиталась. Что вы теперь щекаете, долбоебы? Что мне вот так смотреть, блядь, чтобы вы ничего не писали? Идиоты ебаные. Блядь, дайте пожить, пожалуйста, блядь. Ну как я не могу пожить, вы понимаете, я не могу пожить, потому что я, блядь, знаю, когда Наташа появляется на экране, блядь, мне вот так надо смотреть, блядь, что вы пишете, идиоты, блядь, бедняга, чё пишет.
Ой, записывай, горе. Все, алкоголик довели. Да, Самуэль. Только ты мой друг. Меня не покидаешь. Блядь. Так стесняюсь в этом. Я смотрю, если что, на вот этого зайчика. Бля, а что? А Бучер собирается всю жизнь, типа, на стримах быть? Просто у меня вопрос такой. Слышь, начинающий квадробарбер, ты неправильно этот хвост используешь. Его не на шее надо. Так, ну вот такая вот мальчика. Такая. Ну, так, мили. Я не смотрю, если что. Я смотрю сюда. Мили. Только она чуть большевато. Была бы она вот такая, как на картинке была. Вот она была вот такая. Какие вы долбоёбы, боже. Бля, я ж знаю. Блядь, я вот смотрю, я знаю, как вы там, сука, своими пальчиками ёбаными по клавиатурке шкарябаете. Я же это чувствую прям, блядь. Я не смотрю в чат, но вижу вот эти ваши скобочки ебучие, блядь. Блядь, что происходит, долбоёбы, блядь. Блядь, пожалуйста, дайте пожить, пожалуйста, блядь. Я просто хочу пожить свою жизнь, маленькую, короткую жизнь, блядь. Выпьем. Сегодня кайф, им тебе понравится, дай бог. Можно потом раздеться? Блин, он просто такой жаркий. Я уже... Еще Фарсол пишет. Нужно? Ой! Галя, у тебя несколько личностей, как от Бэтмена, и ты тоже Даша, Галя. Угу. Это все мои личности, они просто умеют зайти по-разному. Шучу, Иван, пожалуйста, не бейте меня. Натуральная красота, как на фотках, на визу. Фото, это мне... Во-первых, я уже не... Бля, пожалуйста, давайте все, пожалуйста, загадаем желание, чтобы Максиму через 2 дня опрувнули визу. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И мы с Максимом едем в Прагу бороться с пивом. Бля, я вам правду говорю. И вот я заканчиваю. Я на пару дней заканчиваю диету. И просто, блядь, на пивной фест какой-то. Блядь, я буду есть рыбку, кальмары, гренки. Просто целыми днями буду просто пить пиво, нахуй. Мы делаем челлендж. 7 дней пьем пиво, нахуй. Пожалуйста, блядь. Раз оправдалась. Эта фотография была не для публики. Это первое. Второе, я... Не, ладно, когда Ваня будет драться. А вот когда Ваня обидится, уже будет грустно. Я не выспалась. Третье, это была, были неудачные фотографии. Просто костюм полный. Блин, ну вы ублюдки, ну вы не понимаете, что это все костюм. Короче. Как мне... скажите мне, пожалуйста, вот что я в этой жизни сделал не так? Бля, чё я так много разговариваю, я не понимаю, может мне закрыть ебало свою нахуй? Нахуй я тогда стримлю? Короче, что я в своей жизни сделал не так? Мне через пару дней улетать в Кёльн, потом мне лететь во Францию к плохому парню, потом мне лететь в Грузию, после Грузии я сразу же лечу в Дубай. Я сейчас выёбусь или не пойму сейчас? Кстати, это хорошая идея. По сути, меня же очень долго не будет дома. Может, отправить Seven Force Урусск на это время? Вы завидуете? Чему вы завидуете? Ребят, я пашу как лошадь. Я устаю, у меня ни дня, ни дня на отдых, блядь. Ребята, Индиана, спасибо за рейд. Бля, и Варшаву теперь хочется, пиздец. У меня тут, короче, случайным образом выставилась в фильтрах Варшава. Ебать, я охуел, блядь. С тиктоков от Варшавы. Пиздец. Мама, не буди во мне зверя. Я видел. А, подожди, нет, это не видел. Это дефолт. Ну, это пиздато, заебись. Ну, я не знаю, что мне теперь делать с выхлопом. Блядь, что мне делать с выхлопом? Я хочу быстрей.
Но я не хочу на Витек! Писюм. Что она сказала? Писюм? Так вот, ну что, блять? Да, вот эта вот складка жира у меня вот тут. Это пенис. 9 миллионов сковелей, медведь. 9 миллионов сковелей, ребят, острее. О-хо-хо-хо. Знал бы ты, братан, сколько у нас сковелей, блядь, в медведях было, нахуй. Ты бы охуел. Про 6 часов с половиной держит, блядь. Ну его нахуй, блядь. Блядь, что я сейчас вспомнил, пацаны. Когда мы вот эти все хариба поели, я помню, я такой понимаю, что у меня в глазах эти... Как эти штуки называются, блядские, вот эти, чтобы видеть, линзы. Ой, блядь, это просто была пизда. Я час пытался их убрать, нахуй, просто час пытался их убрать. Но в один прекрасный момент, на следующий день, я просто вот так почесал глаз, смотрю, у меня линза в руке. Ну, этого нет практически ничего, только чипсинка, там 12 миллионов, но разница, я думаю, небольшая. Ладно, все, всем пока. Я тоже вообще хочу. Не живот, на самом деле. Советую выплюнуть его. Реально советую его выплюнуть. Я советую его выплюнуть. В горло. Это ужас. Кстати, я ему верю. Мать, мать, без зуба. Плачу. Попей молока, реально, попей молока. Я понял, что это минус 500, но вообще я ему верю. Я вот орешки когда хавал, я тоже охуел. Девочка, что ли? Ну... Советую пить молоко. Нет, не советую пить молоко. Если ты ешь что-то такое супер острое, лучше есть мороженое, блядь. Молоко потом, ребята, имеет свойство выходить назад почему-то. А видите? Нет, пишу пока. А Ункер в Праге? Не за день. А, ну просто не за идею, день. За контент. Просто подзавести, если не есть одно. Бля, и вот не понимаю. Вот... Вот, пацаны, насколько это W по 10-бальной шкале? Чел хотел выбрить на голове 192. Я же вообще же не понимаю, зачем это? Что это даст? Это же ничего не даст. Пока, ребят. Все, 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 да, во. Я конфеты взял. Бля, я уже жду, когда я поеду в Дубай, я буду стримить в Дубае, и меня какой-то встречает подписчик, подъезжает на Бугатти. Бугатти Широн, новенькая, обычная. И просто говорит: Вать, это тебе. Я говорю: правда? Он говорит: да. Я тебе всю жизнь смотрел, 8 лет. Поднялся. Благодаря тебе. Вот это тебе маленький скромненький подарок. Я говорю: бро, но где же я поставлю свою Бугатти Широн новенькую? И он мне кидает ключи от дома. Просто обычные 850 квадратов. Ой, блядь. Ну что, а почему такого не бывает, блядь? Почему девочкам дарят все? Почему мальчикам не дарят, блядь? Почему никто не подошел и не сказал: вот тебе, нахуй, Акрапович на Урус? На. 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 Я такой: да, на. Шма, тут мы, короче, хотим тебя отрезать. Ты как мультимиллиардер. Бля, вот это пиздец. Вот это. Вот это пиздец. Вася, это что это было? Девочки ходят, ты такая тварь, блядь. Жалко, пацан, понял, пошел на свидание с девочкой. И это можешь машину дать? Я говорю: брат, она на СТО. Я говорю: пожалуйста. Я говорю: ладно, сейчас ищу. Да, шмам, чтобы мы... От всех мужчин, как говорится. Да, да, бля, пусть ее... Конечно. Равшан, если ты ее не... Равшан, брат. Блядь, блядь, вы понимаете? А! Вы понимаете всю абсурдность ситуации? Он говорит: Равшан, если ты... Ребят, я думаю, что для Акулич М5 не больше, чем такси. Ну, то есть, типа... Ну, я думаю, что Акулич бы не удивилась никакой машине, плюс-минус. Какая машина у Планктона? Что у него там? Кроме банки. Какой ел, пишет. Сил, брат, ну честно. Ну, не обессудь. Ну, ты же понимаешь, что по факту у нее... Любое такси плюс-минус такого же уровня. У Платона самокат. Бля, как же Платон охуенно двигается. Это просто пиздец. Планктон танец. Бля, я обожаю, честно. Вот мне всегда, когда мне попадаются какие-то видосы, связанные с бывшим Акулич. Бля, look, I'm just gonna go бля, drop off all my new stuff бля, at the bank. I'll be back in... Пошел. Нихуя себе у него так...
Бля. Бля. Вот это именно прям оно нахуй. Пришвартуешь, что... Вот их ура. С планктоном расстались, понял? Я не понимаю, почему всех рвется слово планктон? Чего все долбоебы такие? Что смешного в слове планктон? Я вообще не понимаю. Батя, оправдывайся. Как стесняешься в этом? Я смотрю, если что, на вот этого зайчика. Как стесняешься? Бля, долбоёб, ты тупоголовый, ты вообще понимаешь своей головой, что тут видно, где, что это твоя мышка, блядь, алло, придурок. Как стесняешься в этом? Я смотрю, если что, на вот этого зайчика. Если что, бро, там видно две мышки, придурок, кого ты хочешь, но ебать? Бро, блядь, там, где ты учился, нахуй, я тебе, блядь, стакан ссал. С кем, брат? С планктоном. И все. А у Рената как раз рецепт крафтбургера. Сейчас вот так просто, теперь чё? И вот так, типа, теперь чё? Понял? А как он заебал пердеть, это просто пизда, нахуй. Я когда в первую ночь, когда я пришел к ним в номер, ебать, у них воняло дерьмом, просто пизда. Нахлоп. Бля, парни, подсуетились по-быстрому, блядь. Вот это хорошо. А, хз, прикольный он, если честно, я не знаю. Он какой-то мемный очень. А чё они расстались, кстати, кто-то говорил? Нормально. Яйца вы так выжимаются. Дай, дай. Дай. На. Спереди. О, блядь. Блядь, это очень грустно было. Мужик, настолько знал, что это будет на слайде. Забери. Извините, пожалуйста. Сейчас все затечет. Подожди, они на этой машине поехали? Дура, блядь, дергай эту руку. Блядь, резкий тормоз! Резкий тормоз! Резкое торможение экстренное! Блядь! Какого? Закрываются окна сами! Ребят, вы же понимаете, мы без ссор. На доброй, хорошей... Вот твой рот, нахуй, до начала игры, если сейчас спать не закрыть. Извиняюсь. Что с ним, у него какие-то проблемы? Почему он с другой стороны... Нихуя себе сатир пел. Это Малику в кузи попало. Будет вебка одна у меня на самой игре. Но в момент, когда мы все совещаемся, общаемся, будет фулл вебки. Да, сразу. Ну, нормально все. Наиграли же вы. Пасачик. У Алика микрофон был. Дай слава богу, не реди. Ноль импакта. Он только руинит, ебать. Микро, блядь. Заблокирован проклятием. Так, а может никто не может взять? Да, мне тоже кажется. Или это кто-то накинул? Приколисты, говорит. Бля, конченые, что вы опять сделали? Там видно, что я не туда смотрю. Идиоты, блядь, ебаные нахуй. Бля, вот вы позоры, позорники, блядь. Бля, вот почему... Вот я не понимаю. Вот, вот Наташа уже другая аудитория, блядь. Вот там такого не пишут, правильно? Я ж правильно понимаю? В те же глупости такие не пишут, как вы мне, блядь. Откуда вы знаете, что там пишут? Вот-то вы и попались. Вот-то вы, ребята, просчитались.
на обычной математике, ребята. Вы же и пишете, да, вы бы писали, у вас бы у всех пермачи были, нахуй. У нас эту хуйню. Я убью, которого будет пикать, потому что он будет... Бля, Лёха хочется увидеть. Бля, обожаю с Лёхой пить. 100% пикать. Смотрите, Симпл вот так делал раньше в прайме. 1, 2, 3. Сын, блядь. Ну вот, Саня ещё не за что было. Меня убивают вантапом. Угу, шорт. О, ну вот это ты уже мусор. Вот тут без обид, но вот это ты уже мусор, пиздец. Я не понимаю, что с этой игрой не так. Ебать. Так, блядь, офнуть стрим или не офнуть, блядь. Бля, не знаю, Скайуокер охуенный. Вот я не знаю, ну вот просто супер охуенный какой-то. Я не могу 79, ребят, увидеть. Я сейчас утром каждый день 83, 84, 87. Я не могу увидеть 79, я не могу начать играть. Я уже не знаю, что мне делать. Может мне забить хуй вообще просто и начать играть. Я же даже сам бы поиграл, если честно. О, Майдадыр! Майдадыр! Бля, буду так Майдадыр выглядел. В смысле 79? Я 80. 80.4 вот сегодня на утро. 84. Майдадыр, блядь! Да бля, буду! Майдадыр, фото! Смотрите! Это Майдадыр! Похож? Да похож! Майдадыр! Бля, появился вайп посмотреть какие-то старые мультики какие-то, блядские. Ну, не блядские, а нормальные старые мультики. Блядь. Ой, блядь, сейчас бы дал какой-то мультик. Можно вопрос? Если он сейчас промажет, Срога лох ебаный. И попуск. Да мать твою! О. Нормально, Серега, спиня пожить. Одну. Вперед! В атаку! Дал вторую, дал, поехали. Бля, какой Серега охуенный. Блять, я хочу сделать какой-то стрим вместе с Серегой, где мы выпьем и будем что-то вместе делать. Бля, я вам серьезно говорю, Серега, бля, я вам серьезно говорю, нахуй. Если Серега захочет, бля, Серега это контент-машина, нахуй. Я серьезно говорю, я не перестану повторять. Вот после Сербии, последний раз, когда он приезжал, бля, это просто пизда, нахуй. Бля, Серега это просто легенда, нахуй. Просто его надо каким-то образом расчехлить. Машина, бля! Ну подметите мусор. Да, без головы машина, бля! На тиммейты говна нас поели. Спина один, я убью спину сейчас. Ну я вообще дал. О! Ладно, тут полная ГГ. Репорт, короче, выкидываю. Блять, короче, после первой игры делаем вердикт, мы овер кикаем или нет. Чат, где сделать тебе вопрос, пожалуйста. Скачать фото, где девушка лежит огромная, жирная, под самолетом вентилятором и под юбкой задувает от жары, не может уже. Бро, у всех свои фантазии, бро. Просто пример. Все ждаю. Пацаны, нам нужно, чтобы заварить бич-пакеты, нам нужно это... Вот сколько? Кто на то вас поставит? Послушай, ма! Бля, пацаны, честно, это такой вайп ебанутый, просто пизда. Бля, ебать залпы, бля, да где? Бать, хуи летают, пацаны. Бери, побрать, не шути, бля, побрать. Посмотри на этого угол. Угол в углу тупо. Где эта хуйня? Смотри,
Вы просто долбоебы. Бля, представьте, когда мы анонсили Евротур, что люди себе представляют, что они получают. Бля, это просто пизда. Это хуже, чем в Биг Маке. Ты видишь Биг Мак, блядь, и получаешь, сука, хуйню ебаную. Полис, полис! Не дожди. А вот иди нам. Да, рядом, кстати. Ебать. Метр 70 ровно, да? Ну, метр 70, да. Метр 69. Ну, кроссовки еще. Ну, ты... Метр 67, так и осталось. А я метр 70. Ну, недалеко ушел. Ну, да. Лучше бы на лук пошли стрелять. Жестко, да, закрывается? Да. Все? Моя очередь, ебаный в рот, тогда. Если будет надо смеяться, я, блядь, я... Не смейтесь, тварь. Это пиздец. Как? Это вообще, кстати, не сложно, если что. Да. Я сейчас снял. Не, правда, не сложно. Я летал так. Это правда не сложно. Просто надо понять в моменте. Я, если что, в моменте так высоко подлетел. Это просто пизда. Я думал, все, мне пиздец, сейчас я просто на Луну улечу. Не, Вань, ты бы просто так внизу лежал бы и все. Что, с первым полетом? Спасибо. Старались, молодцы. Ова. Ну что, устали? Ну чуть-чуть есть. Чуть-чуть. Спасибо. Нормально, да? А вот смотри, кто выглядит. Нормально. Повар и повариха. Столовая, ваша школа. Ага, а где вы берете девчонок? У меня просто вот есть... Бля, прикольные, ну, смотрите, прикольные стримы, где мальчик-девочка контактирует, бля, даже как будто нахуй никого больше не надо. Реально, вот у меня есть друг, чего ему не хватает, чтобы... Вот тоже меня инфу преподавал в школе. Знаешь, сейчас звезда на Твиче. Я знаю, до этого было. Лев, ты сейчас со мной ссоришься, вот ты сейчас это время тратишь. Почему нельзя посмотреть то, что я нашла, предложила? Почему долго? Ты уже сделал быстро, дольше. Получилось плохо. Давай поцелуемся, чтобы не ссориться. Давай жестко засосемся, чтобы не ссориться. Ну вообще, это, кстати, решило бы все ситуации. Лев, ты че с ним прикалываешься так жестко? Где бабушка, твой телефон? Это слишком. Выпил я, а не ты. Не надо заигрывать. Уведи, Юнис! Нет, блядь! Какое укромное место! Бля, пусть дерзко сходит, пожалуйста. Пусть дерзко найдет модель, которая будет ростом где-то 180. 180. И в каблуках. И пусть дерзко сходит с ней на свидание. Пожалуйста, я молю. Я так хочу это увидеть. Просто пиздец. Нихуя у него рот открылся, блядь. Я ебал. Тут можно два черпака сразу протеина ебашить просто. Бля, пожалуйста, я очень хотел бы увидеть, как он просто идет. И вот она идет. Бля, это как в этот. Как в Грю, блядь. В этом. Он женат? На ком? Она размерами как мини-пека, блядь! Овер, родной, а что это у тебя на экране такое? Что это на экране у тебя? Сперма какая-то. Какая-то штука странная такая. Волыну достал и довольный. Лёх, я хатами занимаюсь, не снимая отель. Я тебе дам хату офигенную, Фурсберг пишет. А какую хорошую? Там она как включает в себя... Ой, С... Включает? С-класс. С-класс хотел сказать. Ампу, б***ские глаза. Элик! Давай, родной, как старые добрые. Раз, два, три. И еще. Давай, мой сладкий. Ай, басансигин, кот так бастарауза. Блять, ну то, что себе пчелки недавно купил, ну это супер дабл, я не знаю. Ну теперь ему вообще любая прям, мне кажется, даст. Джапчин, блядь. Убери. Чел 100 раз уже шутит эту шутку, мне до сих пор смешно. Бля, какой я дурак. Шмас забанил. Что он купил? Samsung Galaxy. Блядь. И часы. Шма!
Бля, парни, если бы видели, как от моего лица это было, это пизда. Как же он ему в ебало попал. Это просто пизда. Я просто, знаете, вот я на секунду представил, я там сидел и думал. Вот представьте, это он бы попал так какой-то девчонке. Это была бы пизда просто полная, нахуй. Я знаю, что это не пизда, а хуй. Сука, это пизда вообще полная именно. Блядь. Всем козёл. Сука, там еще пенис довольно бойкий, я вам, если честно, скажу. Но он такой увесистый. Брат, не обессудь. Тан там прилетело, дай боже. У него же дэмэдж, бро, у него же дэмэдж. Без шуток, брат, там именно прилетело. Ну что, не смейтесь. И, брат, вот, да. О, кстати, хороший конец. Ну, не то, что который кидали. Вообще охуенный. Бля, пацаны, ну представьте, если он в него бы попал, и Ренат бы умер. Ебать. Это был бы пиздец. Блять, конец. Умереть от дилда, это очень жестко. Йоу, what's up, мои гангстеры, мои белые пацаны. О, всем привет из солнечной Анапы. Я только что выжил. О, ебать, это как сегодня слышу этот прям. Плохой парень делал. Своего партии. Всей моей группе ВКонтакте конкретный привет и респект. Респект конкретный. Хочу передать огромный привет своему пацаненку Александру Веревкину за то, что ведет эту группу. Реально, у меня сейчас осевший голос после моего дня рождения. Я сейчас нахожусь на центральном пляжу. Не, ребят, если бы Сэм попал Ренату в рот писюном, бля, это было... Не, мужики, это была бы пизда. Это типа, ну... Я не знаю, в Грузию можно не ехать, мне кажется. Представьте момент, когда он кричит «Шма!» и просто залетает хуй. Это было бы хорошо. Городу Анапе еще раз огромный респект. Галина, а Иван сейчас чем занимается? Диман, подтверди, что я сегодня на тренировке с тобой был. Да, был, он смотрел, сидел на скамейке. Чё, Дим! Да типа рот вставлять надо. Ну вот подумай, для чего это нужно. Но это супер легко. Ну, кстати, нихуя не легко, как будто. Да какой блендер, блять? Не знаю, чей. Это из фильма. Подожди, я не понимаю, нахуй они тут вдвоем. Это два жюри, типа или как? Все, больше нет подсказок. Это Доминик-то. Как его? Доминик. Не, а фамилия. Фамилию нужно. Торнептер! Доминик Торнептер! Сила, на! Ебать, это русский кайсенат? Порчи! Какой китаец? Завтра город возьмем! Завоюем! Отобьем! Бля, вам не промахнуться. Ай, блядь. Ай, блядь. Стоп, я не понял, а чё... Почему он в квартире? Он тоже с женой расстался или его выгнали просто? По полями! Да... Далеко! Далеко! Говорил... Говорила мне мама, не ешь с ножа, долбобом будешь. А, в Москву переехал. Если закроется Twitch. А жена и дети? Ну, позову вас всех домой, просто сзади будете стоять смотреть. Как в детстве. Показываю, смотрите. Хорошо, рядом. Охуеть. Full blind, две в голову.
Они, блядь, тут вот у них 150 или 200 миллионов сколько, блядь, живут, ебутся, сука, друг на друге. Они тут должны, по идее, штабелями лежать, штабелями. Вы видите же, чтобы они, блядь, лежали тут где-то штабелями, да? Все, блядь. Нету, сука, людей нигде, блядь, это объёб, блядь. Сука, блядь, мирового масштаба, и люди что-то все молчат, блядь. Я не удивлюсь, что меня теперь убьют, нахуй, после того, как я рассказал людям правду. Покажите мне хоть одно доказательство, что, блядь, на Земле хотя бы, блядь, миллиард живёт. Или что, или, блядь, со спутника покажите, блядь, где эти люди стоят, что они, где они находятся, штабелями, они лежат, сука, блядь. То же самое, вот, давайте, если открыть Twitch, блядь, то же самое, наебало кругом. Хесуса вообще смотрит 50 человек. Дрейка смотрит, косарь. Мелшера 3 человека нахуй сидят, смотрят. Лагоду 14. Тоха про зубариба. Честно говоря, такую хуйню может себе позволить. Блять, на зубы нельзя пиздеть, мне кажется. Бля, вот на отца нельзя пиздеть. Купить, наверное, только чел, который Казик рекламит и фильмы смотрит. Чуть-чуть такой лысенький, блять. Максимум на. Можно. Да не знаю. Ну я ладно, я просто так к зубу отношусь, наверное, не так, как вы, наверное. Но больше я не могу себе представить, кто, какой долб***, еще вот это себе... Все, понял. Очень важно мнение Токина. А Рон Уизли, ожиревший, сейчас будет рассказывать, кто может. Блядь, Джонни с ними все это время был. Жрал рыжий, стоял. Они сосаться хотели, стоит рыжий. Так это новый конфликт или что, я не понимаю? Подожди, ну это, но мне кажется, только если что, мне кажется, даже не вкидывал больше в Казик, нет? Мне кажется, у Тохи другой посыл был этой шутки, или может я не понимаю? Да похуй вообще. Вот, так, кстати, вот тот, который говорил, что я зря купил робота. Вот, не, честно, я бы тоже с кайфом купил робота. Я задумываюсь о том, что короче, надо заказать себе всякие говорилки домой. Мне реально, короче, очень скучно дома и одиноко, поэтому я хочу себе купить еще одну собаку. Вот эту вот железную, поняли? Я ее научу, короче, всяким штукам. И вот этого робота тоже куплю. И буду, короче, общаться с Майком, с этой собакой и с говорилкой. И все. И буду с ними стримить. Ой, боже, какая Лера, челы, блядь, что вы пишете, я не понимаю. Андерсон. Вовремя спасли Керригана. Вот она, плюс мораль. Кстати, вот за это что? Вообще, блядь, это жестко, если честно. Некрасиво. Того, как ебал вот этих таку. Максоныч пишет, Вадос, приезжай в Выборг, мне тоже одиноко. А я не знаю теперь, Максоныч, как ребят с галочками замечать, потому что у всех вот этот есть диджей, блядь, диск, который они украли у Наташи Денцухи, блядь. И теперь в чате непонятно, кто с галочкой. Теперь уже все, пиздец полный, блядь. Бурито, типа хито. Разнесло кабаняру, ебан. Здравствуйте. Присаживайся. Здравствуйте. А вы откуда? Присаживайся. Вы куда едете? Я с Саратова, еду в Москву. Бля. А у Тохи есть какие-то проблемы с организмом, со здоровьем? Кто-то знает? Реально, сейчас спрашиваю. Без шуток, извини меня, если без шуток. Ну нет, я имею в виду, типа, ну, он просто не придерживается питания, либо же есть у него какие-то проблемы ебанутые в этом плане. Ну, он был худой достаточно. Бля, это жестко очень, пиздец. Я вот серьезно говорю, я ебануто сейчас парюсь. Ну, то есть я сейчас чуть стал меньше, и все равно еще у меня много лишнего веса. 5 килограмм точно у меня есть. Я ебануто парюсь, бля, я не знаю. Москву, а вы куда едете? О, Москву покорять? Захватывать? Что это? Это не моя реклама, не на моем канале. Вы заебаты, выключи VPN, блядь. Что это такое? Фур ун захту нур янс дир... Бля, если честно, вот этот чип, я его раньше в ТикТоке видел. Он смешно со своей девушкой вот эти ТикТоки делает.
когда они делают неподставные тиктоки, типа, когда они в машине сидят, и она говорит, сейчас мы пранканем парня, вот как раз он идет, и он сразу садится. Я не знаю, может, это потому что мне уже 40 лет, но мне смешно. Спайк Истин, офицер, что это такое? Нет у меня никакой рекламы на канале. У меня нет никакой рекламы. У меня вот нет никакой рекламы на канале. Вот, ничего нет, вот. Никакой рекламы нету. Какой Яспер Маглот, блин, микрофон, вы ебанулись? Это 10 лет назад было. Вы что, вы с какого года у меня зрители сейчас? С 2004-го, я не пойму, какой Яспер Маглот? Сидим на Яспер Маглот, микрофон? Нет, я просто, я предъявил чату, что они не актуальные пасты кидают. Клип. Бля, какой же Диман Гуляк, это просто пиздец, 38 лет. Просто ни один стрип-клуб нахуй не обходит стороной, вы понимаете? У него в каждом стрип-клубе, если что, сейчас в Москве, уже за то, сколько он времени прожил в Москве, у него платиновая карта в каждом стрип-клубе. Клепаните, парни. Mm. Вот это ржака. Смотри, Камиль, по смачоку пробегают. Вань, ты мне звонишь, живаешься? Ман, ну правда, ну что за пиздец? Ну все, сори. Бля, я ебал, я смотрю просто КС, вот типа, бля, какие-то звуки фантомные, блядь. Чё-то на кто-то пиздит там, бля, на фоне. Я выключаю, ну, чё? Ну, бля, у Димана как будто, ну извините, это все из-за видосов Егорика, вот всего вот этого. Ой, всё, я выключил. И перед тем, как прыгнуть с отцом в бассейн с шариками, Освальд потеряет это самое фото, на которое обратит внимание желтый кролик. Я неубиваемый кролик-убийца, а меня заколдовало фото! Сука, иди какой долбай. Бля, этот ФНАФ вертел на хуй, бля, это пи, я ненавижу эту игру, ебаную. Ну как 2D-шная игра воспринимается, ну как... Ну что вы эмкаете, ну что вы эмкаете, ну ребяточки! Это проблема этого клипа, проблема не Лёхина, а проблема ТК-клипса. Потому что, ребят, это другой вайб. Ну вы что же, не понимаете? Это же другой вайб просто. Ну у них такой вайб. Они сидят на стриме, угорают. Но мы же тоже иногда хуйню полную делаем. Хамы Плаус Сеги. Что тут может быть страшно? Ну... Да, я видел его чат. И что? Уеба! Какашки, это вот эти всякие слова такие. Кролик на... Ни разу не испугаюсь. Не вообще... Ну пойду... Ой, блядь, сука, тварь. Ребят, ну... Успокойся. Чивава, какашки, бугага. Пруда ебаная нахуй. СС дайте, блядь. Конечно, блядь. Где нахуй, сука? Я не знаю. Силовых уплать. Как так? О, ебать. Что это? Мари, Москва, 26 лет, рост 172, вес 50. Журавшан, блядь, что ли? Ищу спонсора, постоянные отношения. Подожди. Что это значит? Ищу спонсора, постоянные отношения. Это как? Девушки, которые хотят стать твоими содержанками, сайт для успешных мужчин. А как здесь постоянные отношения и провести вечер? Что-то ничего не понимаю. Я свободно ищу заботливого мужчину в приоритете постоянства при симпатии. Адекватные из фото, пожалуйста. Фото мои. В смысле фото мои? Фото мои, блядь. Ты ж с ней пиздец на Мальдивы, в рот даешь, возвращаешься и все. Да не могу я позвонить, блядь, тут только написать. Я мужчина, Москва, стану спонсором. Как отправить? Хуйня стоит, блядь. Да нихуя не грузит, блядь, идите нахуй. Тебе 10 лет, какое спонсорство, блядь. Ух ты, бляха, муха. Блядь. Ебать. Тормозом, блядь. Ебать. Он дал. Это кто, блядь? Послышалось? Блядь, ебать он дал! Пилот Формулы 3. Этот пацан чемпион по дрифту Украины. Пилот Формулы 3. 19 лет. Формула 3. Это заебись, типа? Шин более чем на 1 миллион долларов.
без ПР и готов Тамаеву 20к постить на гонку. Сколько? Ничего, Серега, у меня тоже нож большой, а значит ты хуй. О. Ну, тут Экзорич не всем везет с этим в этом плане. Мне не повезло немножко. Но жизнь дала, а там не повезло. Там, конечно, 9 см, анлак. Чё пиздит, блядь? Постоянно ходит у него как будто какашка спереди, блядь. Причем огромная, блядь. Чё пиздит, нахуй? Бля, меня так бесит слово «аккуратно». Ну, может, мы аккуратно как-нибудь познакомимся, да? Аккуратно. Может быть, ты меня как-нибудь аккуратно там чуть-чуть поможешь, да? Может, аккуратненько так посмотрим, да? Кто это ей пишет? Я просто вопрос, нахуй. Вот это я видел, это я у Макса видел. Аккуратненько только, слушай, аккуратненько. Можно аккуратно к тебе тут подсяду? Нельзя мне аккуратно говорить. Либо делай, либо не делай. Все. Что такое слуга? Слуга, слуга народа. Это хорошо. Бля, честно, я бы даже посмотрел нахуй. Бля, хотите, я посмотрю «Слугу народа»? А чё? Сколько там смотреть? Бля, там ж долго смотреть, пиздец. Бля, ну а «Слугу народа» смотреть, это надо чат полностью выключать. Это как будто минус вайп. Народа. Бля, ну какие ебланы, а. Так, слониха. Бля, кстати, я всегда охуевал, когда мы какие-то приходили, вот такие вот казики, и там пожилые, такой вайп пиздатый, бля, они сидят там бабушка с дедушкой и долбят там по одному рублю, типа, ну, бля, такой вайбово очень. Если что, там ты когда играешь, ты заказываешь алкоголь, и все вот это бесплатно. Мне кажется, они проебывают там, типа, 1000 динар, но при этом алкоголя и всего заказывают там нахуй 1000 на 10, блядь. Я теряю контроль. Бля, у меня залагивает, блядь, чат, нахуй. Я думаю, что меня забанили, блядь. Ладно. Ростик, привет, хорошего тебе стрима. А у меня вот такой вопросик, а почему сосать хуй и готовить еду можно будет только после 10 тысяч онлайна? Ну, почему не после 5 или не после 8? Чё, блядь? Бля! Где вообще на Твиче берутся девочки, я не понимаю. Ну, кроме как у Диппинса, блядь. Вот я уверен, что если бы у меня, блядь, были бы голосовые донаты, там только долбоёбы были бы, нахуй. Ростик, привет, хороший у тебя. Бля, нет, нет, отступай. Я тут есть ещё. Алина, Олина. А, нет, 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 нет. Включи голосовые донаты. Это же понятно. Я могу включить голосовые донаты, но они будут за предками, бля, буду, я уверен, нахуй. Что тебе надо было подойти к стене, сделать шаринган, девятихвостый лыс, потом надо было сделать сальто, покрутиться, открылась бы дверь, там тайная концовка, там спрятаться. Хочу аниме посмотреть какое-то. Осуждаю. Просто папа, ты там берешь папу за горду, ебешь его в рот, быстро уходишь, прыгаешь шарики, переобуваешься, Джеффи берешь с собой, забираешь Джеффи, прыгаешь шарики, являешься в этот мир, берешь с собой Майка, перетаскиваешь его туда же. Майка? Лол, как этого можно было? Человек бензопила я видел. О, а можно человек бензопилу посмотреть, где озвучивали Лера и Дина? Понять, М? Ты глупый, чел. Можно? Это же написано. Спасибо на fandomfnaf.ua, там все ясно. Боже, даже Куприн понял, М? Мам, пал похитили и заменили на...
Похити? Заменили? Это какой-то розыгрыш, Освальд. Мы просто интегрировали в папе две фары от Шкода Октавия, чтобы он ходил вот так улицу освещал. Все нормально. Я вижу, что отец в порядке. Да, подумаешь, пузатый молчит, блядь. Не знаю, что на тебя нашло, но отправляйся в свою комнату. Тупая шлюха! Тупая мразь! Поговорите, хуй, он молчит! Бля, какой же Леха эмоциональный порой, это пизда. Тебя не смущает? Не, Лёха, вот единственная его проблема, Лёха, честно скажу, очень опасен для девушек. Если что, ему абсолютно без разницы, с кем он спаррингуется, с парнем или с девушкой, это я сразу вам говорю. То есть, если вы девушка, и вы хотите ударить Лёху, знайте, что он вас ударит в ответ. Это факт. Типа, с этим ничего не сделать. У нас ебаный пузожитель со светящимся ебаном стоит молча. Какой пузо? АФК еб... смотрит на чел штатив, блядь. Даша кидает мне в ТГ переписку со своей мамой. Сьогодні день слона. Привітай своего слонярва. Мы из Харькова. Ебать, какой ужас. Нужно будет Марка поздравить, Даша пишет своей маме. Зачем? Он же старается, худеет. Это будет антимотивация. Не! Он своих подписчиков называет слонята. А он типа главслон. А, ну тогда да. Да. Че за пиздец вообще? Тебя там мама и родом из Харькова не заблокировала. В честь не кинула после этого. И вот скриншота нахуй. Ебать, мама сильная на самом деле. Он же старается, худеет. Чемодан? Сумка чемодан? Бля, интересно, наступит реально такой момент, когда Марк будет весить меньше 100? Ну, без шуток. Чемодан? Ты ебать, чемодан, блять. А что, нет? Сумка-портфель, сумка-портфель. Ребят, вы не в курсе, кто вы? Нет. Не, наступит. Мне кажется, наступит. Не, вот для меня только странно, что на Марка не повлияла Камила никак. Ну, то есть, типа, ну, он, типа, увидел Камилу, и он такой, я изменюсь. Читбанет, бля, ну, читбанет пиздец, пацаны. Ну, так похудеть, это тоже, извините меня, нахуй, это пиздец. В Олимпиаде по портфельному бегу сейчас занял первое место. Бег? Это клатч какой-то или что? Что бег это? Бег и тело, два слова. Бег и тело. Бег и тело. Скара. Скорость. Бег и тело. Тело. Не знаю. Атлет. Рамбаде. Да, скипай. Бля, короче, давай. Кроссбоди. Кроссбоди. Да кросс не бег. Я не знал такого. Ладно. О, это изи. Кросс, почему бег? О, я такую покупал даже. О, у Юли такая сумка есть. Ну, типа в виде печени или что? Нет. А что за тупые виды вообще? Макс, у нас этот участник поплыл. Он же худеет уже минус 2 кг. Та, чат, это же не так работает. Вы же понимаете, как первые 2 кг уходят, когда ты начинаешь худеть. Первые 2 кг, если у тебя плотный вес, вот у меня когда я был 95-96, ты видишь первые результаты в самом начале. Ты ебануто радостный. И потом все нахуй замирает. Вот я серьезно говорю, вот я сейчас 85, там, я не могу скинуть ни килограмма, просто не могу. Типа, мне сейчас придется что? Просто нахуй не есть вообще еду? Ну, хотя ладно, сейчас баскетбол будет. А Ваня, ты тут? Ваня, ты кого-то еще позвал на баскетбол? Или у нас, как всегда, парный баскетбол? Пыл, надо что-то делать с ним. Вот непонятно, Дим, что с ним сделать. Может, типа, сумка-карман? Ну, где-то тут карман. Ну, вот же, открывается. Ну, да понятно, что сумка... А, ты никого не звал? А может мы чипса позовем или Костыча? А, сумка-седло! Минус 3 кг за 18 дней. Очень похоже. Реально? Вот что? Чтобы победить. Ну, у меня самый больной на голову рекорд был, это вот 18 лет, но это возраст другой. Я говорю, за полтора месяца я скинул 16 или 17 килограмм. Но у меня мотивация была самая дебильная. Потому что я вам говорил, я приехал в Одессу, прошел по набережной и ебало завалил нахуй. Потому что это пиздец, парни. Это просто пиздец. Пацаны,
ты идешь по набережной в Одессе, и там, бля, там просто пиздец. Там просто такие краевиды, холмы, вот прям, вот прям, ам. Нужна скорость и сила, но у тебя нет ни скорости, ни силы. У тебя слабые ноги, врожденный артрит, гайморит и рахит. У тебя есть один шанс, чтобы победить его, подкараулить в темном переулке и отмутузить. Иногда мы с тренером не тренируемся, а просто кайфуем. Кел пишет, наша Раша 3. Ну, очень похоже на да. Вы перестанете искать мой КВН? Я его сейчас поудаляю со всего интернета, хватит. Где вы вот это находите? Этим видео 500 миллионов лет. Позвонил среди ночи мне, сказал есть. Легкое дело во дворе, я подошел ровно к 11 туда, но там была засада, твоя засада, брат. Я бежал по ночному городу, меня шмаляли менты, было здорово, меня поймали, в КПЗ бросали, я плакал, вставал и снова бежал. Бля, я вот честно не понимаю, как так можно выйти. Вот, бля, мне бы так было бы стрёмно. Я всегда, когда смотрел шоу «Украина. Мой талант», мне всегда казалось, что этим людям просто всем заплатили. И я, это невозможно, чтобы они туда пришли сами, нахуй. Ох. Ну нет! Шурда-бурда! Ты еще кюлю... А мы нахуй. О. Не-не, мы курбя. Я пердола. Факин дол. Твоя матка. Shut the fuck. Вот и побазарили. Отвечаю, вот я спас того гандона очкастого, нахуй. Когда я буду в беде... Смотри, что делает. Шоу смотри, что делает, мудак. Когда я в беде, эта б***ина первая убежит, хуй-сос. Ты говоришь о взрослом? Нет, не видел. Слушай, я хотел бы помочь, но хуй... Б***ь! Кусок а чем... дерьма, я... А в чем смысл этой игры, я не понимаю. Б***ь, он мать ебет, походу. Сука, ебаный робот! Надо было убегать. Сука, надо было забазить убежать. А, я долбоёб, надо было убегать. Что за звуки, ебаные? Блять, уёбки! Блять, влез ты в дверь, толстый! Пизда, въебали. Так, надо отработать пару приемов. Я вхожу, первый. Сначала летит вот такой хук справа, бам, в бороду. Потом я начинаю вот так отрабатывать жестко по бороде снизу. И в кадык с локтя пизду. Мядер, с днем рождения! Блять! Сука, ты нахуй ебаная хуя! Как с 2D-моделек можно вообще пугаться? Сука, ну в теории было хорошо, но на практике еще надо будет немножко поработать. Че, на телеке? Бросила девушка, теперь ты точно знаешь, что делать. Блять! Спасибо, нахуй! Рутуб! Сразу же настроили рекомендации! W! Вот так вот нахуй! А вы говорите... О, я так же показываю. Не перейдете. Да тут... Да... О. Альтернатива, она просто не готова для того, чтобы быть альтернативой в России. Я просто объясню, почему. У братишки, например, похожий тейк был. А, блин, мы не Китай. Тейк! Китай. Вы понимаете, почему в Китае все свое? Потому что их, мать его, 1.5 миллиарда. Вы можете представить себе, что такое быть Китаем, быть страной, у которых ну, треть земли, сколько там, или 30, сколько там, 20%, 12%, земли, всей земли, а нас всего 144 ляма. У нас, как бы, ну, может быть, короче, будет... Да не, если честно, просто это все делает супер резко. Если бы это подготавливалось бы 20 лет, то люди бы, наверное, привыкли. Просто и все. За 20 лет люди бы привыкли. А так всем очень сложно будет переходить. Типа все такие, чё, блядь, какой нахуй Рутюб? Да и все вообще поебать. Но вообще в чем-то и он правду говорит. Китайцев очень много, это факт. Но Индия же вроде сейчас топ-1, да? Вчера вроде мне, слышь, звонили. Мало трафика, скорее всего, внутри интернета. Это круто там, если продукты какие-то свои там, да, ну типа... Но надо, чтобы они были хорошие, согласитесь? Я зубы просто сосал, дрочил и... О! О! О!
закрывать буду фирменно своим экраном, чтобы не снайпили. Нихуя, ты закрыл жестко, братан. Здорово, Слипс. Так это нормально. Они ж не видят прицел. Мы с тобой в плане в этом похожи. Мне тоже нравятся странные люди, типа тебя. Я странный? Ну, мы с тобой одной крови, блин. Ты вот говоришь, что наши дороги разойдутся. Не разойдутся, потому что мы слишком, как сказать, похожи. Я странный, такие реально? Разные, что даже похожи. В общем, у миксера доброты вообще нету, от слова совсем. Они нас скинули, твари. Они нас скинули. Вот лев добрый, допустим, лев, да, он много косячит, но он добрый. Осуждаю. Если бы был лев в гараже, ничего плохого не произошло, он бы меня защитил, он бы понакормил меня, с кем это обогрел. С кем это он разговаривает? Если бы ты был в гараже, тоже ничего бы не случилось. Вот вам я доверяю со львом, а вот этим фрикам нет. Ты как думаешь, вот ты познал свое тело, ты сексуально раз... Вот сейчас за что? Ты. Нет, нет. Ну, если, наверное, из 100%, наверное, процентов... 10, 5, 0. Чё так мало? Ну, потому что, у меня не было отношений, мне 25 лет никогда. Не было каких-то, ну, много чего-то такого, из-за этого я новичок. А если бы такая, как я, сейчас была рядом, чат. Она бы тебе помогла раскрыться? Ну, возможно, не знаю, если ты опытная. Бля, вот что человеку ещё надо в жизни? Бля, он просто, ну, вот посмотрите, вы не завидуете его жизни? Я тоже не завидую. Очень хочу быть как он. Просто, ну, просто топ-1 по онлайну. Просто 10 квартир в Дубае. И похуй вообще. Бля, ебать жопа у мумии. Драк вернулся! Драк вернулся! Ух, сука! Как у Карди Би. Ваши шейные пин... Чел пишет. Не хочу касс рекламировать. Ой, блядь. Ты очень соблазнительный. Показать мои части тела. Да? Братва. Пацаны, обещайте, что завтра же подходите к девочке, которая вам нравится, и говорите, твои шейные бинты охуенные, показать тебе мои части тела. Сейчас же, если у вас есть сейчас девушка, напишите ей. Если она рядом, скажите. Если не рядом, напишите. Запоминайте, твои шейные бинты охуенные. Показать тебе мои части тела. Чата, вы помните, как зовут, если что, подружку на свадьбе? Давайте, ебать, пацаны, это успех. Лёва Тукей, усатая ты уебища. Ты в курсе, кто... Моника, да. Твой самый алдовый зритель, на. Я тут. Я тебя хуйсоса смотрел ещё в 5 утра или в 6 утра, когда ты стримил, блядь, из детского лагеря, когда ты был там вожатым. И я на тебя подписался в тот день, когда ты увольнялся оттуда и говорил своим ебучим детям... О том, то, что ты больше не будешь, типа, их вожатым, то, что ты оттуда уходишь. Я помню, у тебя-то онлайна 20, по-моему, было, блядь. Я смотрел этот стрим. Поэтому, братуха, цени своих зрителей олдовых, блядь, не пизди лишнего. Долбоёб, в подробностях я запомнил, потому что я, ну, надутый сидел, блядь. Мне не было делать в 6 утра, ебать. Я искал какой-то стрим алкаша ебаного, чтобы поугарать над ним. По итогу наткнулся на твой ебаный стрим, ну, как слайм растёкся по креслу и сидел угорал, блядь. Поэтому он мне запомнился. Ну, типа, прикольный вечер просто получился. Все, и отъебись от меня своей Самантой, заебал, блядь. С макбуком, да, приехал? Да. Кто такая Саманта? А вот чисто все... Там, знаешь, как было? Он просто сидел в RS7, клянусь, с телефона вебку включал и говорил: «Лол, вот это купи, лол, мем, нямы, нямы, это, вот нихуя». Ля, зло это пизда, просто конченый нахуй. Бля, как он на переднем сиденье сидел, казик ебашил, бля, это ж просто пизда. Я просто, да я сейчас сидел с ним, клянусь, да, брат, я не... Я ему пишу: «Серег, пошли в баню». Он такой говорит:
А он меня просил позвать. Я его позвал, он говорит: Макс, слушай, я, если честно, КС-очку хочу посмотреть. Да. Сейчас посмотрю, что. Да. Да, не, такое было, да. Я говорил, типа, не, Макс, я не поеду, потому что ты уже в бане. Первый день мы приехали. Ночью. Я с Ольгой. Шпрак-спрак-шпрок-шпрак-шпрок-шпрак-шпро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 к
уснул, просыпаюсь, он мне пишет, я в баню. Я ему говорю, Макс, я только проснулся, время было где-то часов 5-6 вечера. Так Серега же взрослый парень, можно своими словами нормально говорить. Ох, нихуя там Катюхе под хвост дали, это что такое в чате? Вчера. Спроси меня, лет 6 назад хватило бы мне 1 миллиона долларов, я бы тебе сказал, да конечно, ебать. Спроси меня сейчас, хватило бы мне 1 миллиона долларов. Я бы сказал, блин, наверное, нет. Понимаешь? А разница типа 6 лет. Зажрался? Не, не зажрался. Просто, например, я понимаю, что я хотел бы купить и во что инвестировать, и я понимаю, что я бы этот миллион долларов довольно быстро раскидал бы. Два бы дома. Два, три, это бы. Ой, ебать. Это, кстати, пинг. Давай, Жека, я подбираю. Иван, знаешь, где полетел. Тут смог. Бля, надо сделать так, чтобы этот звук вот этот в конце по смерти ассоциировался с Иваном. У нас на этом репорте. А чё? Тут смог, можно поиграться. Типа, ага. На пальме, типа. Пошёл. Бля, я понял теперь, зачем эта хуйня. Просто, чтобы на стриме выёбывали. Мы сейчас на слайд сейчас будем. Да-да, плюсик, плюсик. Эшкерри, полный вайб. Чуава, какашки. Он один вот. Хуй не добьётся, чтобы у него да, было ну вот так на. Вот. Я сын хуй не добьюсь, ну куда тут синтоловая рука, блядь. Это ж все химия, ребят. Я качаюсь без тренбаллона, без тестостеронов, вот этих уколов. Не-не. Тут... Бля, ебать, я охуел, когда мне Слава сказал по поводу всех вот этих штук, что даже растут опухоли всякие, такое все. Ебать, это жестко. Я, кстати, никогда об этом не задумался, что растет же реально все. Ебать. Железно-химоза, блядь, я отсюда вижу. Это химия, нахуй, химия. Димас, ты че потух? АСМР будет или нет? Биг Баба Тапа, Егорик. О, давай здорово, нам АСМР. Как дела у тебя? Брателла, АСМР здорово. Выдай. Во. Ага. Бля, надо донатики сделать. Давно не было, хочется жазу дать. Как дела у тебя? Отлично, отлично, Егорь. Я думал, Навальный станет президентом, а вот 20 лет... Спасибо, Егор, за коллабу. Мне честно... Шапочка серебристая, вернитесь в зону купания, которая ограничена... Из зоны купания? Фу, бля. ...поздняя для водных процедур. Фу, я испугалась. Ой, какие я испугалась, я думала, это нам, Лиз. Что это? Ощущение, что бутылки... Как икона в машине. Кстати, есть хуйня такая. Как ненадежно. Очень. Ну, пулёшь. Это типа... Ну, кстати, хозяева она держится сама. Все, вот, без палок. Она сейчас, если глубоко, она потом обратно не выплывет, нахуй. Сука, какая, блядская натура, а? Ты, блядь, за пол держись тоже, чувака. Нахуй вы украете. Просто из-за того, что ты очень вот эта сильная открытость, и эта открытость может в людях... Бля, у меня сейчас появилась мечта. Короче, когда в Дубае будем делать, когда в Дубае поедем... Блин, надо, чтобы в Дубае поехала Юля. Люя, блядь, что со мной? АУУАБВГД, Юля, Гайка и еще кто-то. И реально посмотреть, короче, вот такие плоты делать... Только что плоты делал мальчик-девочка. Бля, это ж вообще пизда, нахуй. Это ж вообще пизда. Я представляю, как Макс... Хотя, бля, вот Макс с Юлей как будто могут. Как будто могут. Когда они вот думают, какая ты, вот такое мнение выходит. Понимаешь? Смотри, я поняла тебя, смотри. Вот девушки, у которых нет секса, да, которые находятся на этапе воздержания, да, в период воздержания... Да, они будут часто проявлять, шутить пошло как-то, анекдоты говорить про секс, потому что они постоянно будут думать только про секс, у них нет его, понимаешь? А обнимать, целовать там. А девушки, у которых есть секс, они даже на тебя не посмотрят, они даже рядом тебя не заденут, да потому что они ебутся каждый день.
И вот кто из нас, блядь, ветреный? Бабы, у которых есть мужья, парни, у которых секс регулярный? Или Юля, которая работает 24 на... Юля! На 7 вечером стримы и зал, чтобы похудеть и, блядь, покорить Москву. У кого, блядь, кто из нас ветреный? Видишь баба, которая говорит хуй пизда, значит, у нее нет секса. Видишь баба, которая говорит про классику, про театр, значит, у нее, блядь, секс по 3 раза на дню. Вот и все. Она очищенная, она всю грязь вылила, и сейчас ходит, как ангелок чистый, неприкаянный монашка, душа, вот эти секумы, да, допустим. Потому что у них секс регулярный, та же Саманта, да? И Юля, которая все время кажется, что где-то у нее жопу слили, где-то у нее что-то... Да, блядь, у меня секса нету нихуя, блядь! Знаете, только Юль! Я же такую тему да шарю. Иди нахер, у меня Азер первый парень был. А Богуш, это вообще еврей, если что. Так я казах. Муха казах. Ну? И Мишел Канов, он наполовину, по-моему, азер, половину русский. Вот кого ты видел на Красной площади. Ну вот, я и говорю, все-таки русский, а мне русского ничего нету. Мне не обязательно русский, мне пацан, чтоб добрый, хороший был. Чтоб хрен стоял. Оказалось, Иван ровный пац. Наш пац. Такой, ну, в доску этот самый, в доску свой. Вообще приятно с ним было общаться, вот. За про кого он? С Иваном оказался пойман был коннект. С Иваном был пойман коннект. Зола? Иван хороший чел оказался, блядь. Про меня? Я думал, он такой... Pick me girl. Вот это фейк? Ебатый лысый 02, лысая мортышка 02. А, про Диббинса? Не, Дрейк знает то, что за такие слова в натуре он получает в зубы, просто вот этим местом. Я ему рассказывал, что я делал этим местом. Я ему рассказал, как я потерял 10 кубиков пресса. Дрейк бы мне такое не прислал ни за какие деньги. Это фейк-донат. Было модно хейтить дотеров. Я не знаю, почему так. Почему когда так это было? Ну, это было, 100%. А, типа обзывать вот их? Просто почему-то так форсилось. Типа, дотер равно долб***. Из-за этого так люди... В смысле, а что? Без своего мнения. Брали эту точку зрения и делали ее своей. Люди без критического мышления. Поэтому человек в жизни не запускал доту, но он говорит, что дота — говно. Потому факт. Что у бро нет своего мнения даже. Вот так я вижу людей, которые не играли в доту и гордятся этим. Вот я ни разу не заходил в доту, я этим горжусь. А чё гордишься-то? Нет, да ну, что блядь. Не так-то, нахуй? Чё я не так делаю, блядь? Почему я заслуживаю вот этого всего? Я заслужил вот этого? Ебать. У меня аж мурашки, блядь, не удалка. Это Галь! Хорошо. Ебало хатика представили. У кого? Кстати, тут надо сказать правильно. Ну, какой-то резиновый молоток. Это резиновый молоток, но у него есть. Да, у него есть название есть. Есть такая машина, знаешь, вот корейская, на ней очень часто на такси ездят. Зики? Этот Оптима. Да, именно она. Оптима, К5. Что это за марка? Я? Бля, вообще, если честно, разъеб такие стримы, нахуй. Хоть, ну, типа, многие пиздят на шоу, бля, но это вообще разъебалово. Киа Оптима. Да. Как эта штука называется? Киа Молоток. Бля, сделайте тикток, пожалуйста. Вот с этой хуйню. Мне кореш набил ебал и сломал шею. Вернуться или остаться? И на BMW переехал меня. У меня просто пузо под машину не поместилось. Из-за этого я вышел. Именно отпи***ли толпой хозяева. Данила Горилла меня избивал, кореш рядом. Нормально. Чё-то кричал. Не волнуйся. Фреймтеймер им мозги пытался вставить, чтоб они меня не трогали. А пародей все на камеру снимал на свой YouTube. Лё, как ты считаешь, отношение до осознанного возраста бессмысленно? Почему? Это глупость. Конечно, смысленно. Все смысленно. С девочкой научиться базарить лучше, блядь, в 15 лет. Просто, ну, к этому надо относиться, что вот я, типа, с девочкой гуляю. Но, типа, ты не должен относиться к этому как, о, любовь до гроба в 16. Не, это вряд ли. Но вот, типа, просто погулять, сиськи пожмяк. Бля, я в ахуе осуждаю 15 лет сиськи жмать. Осуждаем. Этот, бля, есть же такие люди, которые там в школе встретились, и они, типа, там, у них, блядь, 30-40 лет вместе. Интересно, что там вообще происходит в отношениях? Как это там в 14 лет до норм ленит. Чем раньше научишься, тем просто проще будет потом. А то потом вырастают, блядь, в 30 лет, как я, нахуй.
знакомая твоя, подруга, либо девушка, это не имеет значения. Во время... Правила полового акта одни. Во время секса два партнера обязаны... Похудение. Два дня без сладкого мучного, минус 3 килограмма. Так, за два дня минус 3 килограмма, получается, за месяц будет где-то примерно минус 35 килограмм, я правильно понимаю? Быть максимально раскрепощенными. Если у тебя, ну, там, твоя сестра, условно, да, какая-то зажатая, значит, с ней нормально не получится. Как бы, половой акт — это нормальная история, когда вы можете делать друг с другом все, что хотите, ну, в рамках разумного, конечно. Если ты захотел ее ноги, ты говоришь, блядь, либо не говоришь, а просто вот так две ноги берешь, блядь, боюсь от секс-контент отлететь, просто берешь ноги и натягиваешь их, понял, о чем я, нахуй? А потом в конце делаешь фаст-финиш на них, на. Все очень легко и просто, долб***. Я не понял. А при чем сестра? Сегодня буду ее ебать вот так! Атака! Бля, долбоёб, сегодня буду ее вот так. Вот так. Она же маленькая, метр полтора. Туда. Он зашел в шир! Ебать хоббита! Нормально? Рим на бусте? Булава прикольней, но это прям, смотри, она прям сделана, чтобы меч держать. Ебать, сегодня что подрочить такое, в этом костюме. Прикиньте, блять, вот тут вот эта хуйня, орчи. О, блять, имбище, бля, вот это охуенно. Какое конченое, ебать, 51 тысяча. Жена, восстанови броню. Жена, броню восстанови. Зая, снова. Бля, ебать дабл, если честно. Мне понравилось. О, злой дом, ребят. В смысле, как он и играет, и Кази крутит. Бля, ебанутый гений, нахуй.